на канале «По Крыму с позитивом». Друзья, мы сегодня приехали в Межгорье. Поход выходного дня, я думаю, он получился прям круто. Всем приятного просмотра, а как все начиналось, смотрите, будет интересно. Красиво. Флюгеры вон наверху. Угу. Такая вот крепость. Для лошадей стойло, да? Да. Вот частный сектор, также вот люди. А я так понимаю, воды здесь нет, потому что я видел, парень стоял, качал с реки воду. Собственно, сейчас будем ее проезжать. Хэллоуинчики. Вот так люди отмечают Хэллоуин. И, собственно, вот, ребят, река такая полувысохшая, печально. Но люди с этой реки, я видел, брали воду, качали, стояли цистерну. Друзья, заехали в межгорное лесничество. Собственно, здесь шлагбаум открыт, значит, проезд разрешен. Ну, тут берегите лес, посмотрите. Какой-то блокпост. Сейчас лесник. Короче говоря, мы едем дальше. Хочу заехать туда поближе, чтобы прогуляться. Ну, посмотрите, как здесь красиво сделано, прям в таком все в европейском стиле. И посмотрите, вот выращивают елочки. Останавливаться не буду. Ну, вот так вот растут елочки, и там чей-то коттедж. Много. Это же который продает. Не знаю, скорее всего, и вон коттедж чей-то стоит. Шлагбаум открыт. Это уже охраняемая зона. Да, там было написано. Так, уезжаем. Едем, друзья, прям по максимуму едем в лес. Посмотрите, открывается. Красивый вид на горы. Едем вдоль реки, собственно, параллельно реке Бурульча. Умный в гору не пойдет, грязь его не пустит. Оставили здесь на лужайке машинку. Приобрели вот такие резиновые сапоги. Вот, купил Аленке, такие же деткам взяли. Лес сейчас сыроват. Вот, много луж. Можно теперь спокойно ходить по лужам. Вот, не бояться выпачкать, вымазать обувь. Вот такие вот здесь лужицы. Ребят, вышли в лес. Посмотрите, какая красота.
краски осени продолжают нас радовать. Сосны красивые растут, посмотрите. Сейчас дальше пройдем. Может, выйдем еще в красивые опушки. Может, хвойные, может, березовые. Друзья, подошли мы к речушке. К маленькому такому озеру. Хотя, знаете, если убрать камыши, может, оно и не такое же и маленькое. Судя по всему, здесь очень хорошее рыбное место. Скорее всего, кто-то подсаживал рыбку. И, друзья, вот такая вот речушка. Она пойдет. Нет. Ты же озеро, ты же упадешь, намочишься. Друзья, собственно, наш поход, он не преследует каких-то там целей, куда-то прийти, что-то найти. Это чисто поход выходного дня. Отправились в Межгорье, детки здесь и родители никогда не были. Собственно, я здесь был один раз там, ну, это не считается. Вот, и у деток каникулы, надо обязательно куда-то выехать. Помониторил я по Яндекс.Карте карта дождей. Собственно, все вы знаете, что Крым сейчас заливает дождями. Кто не знает, сообщаю, Крым сейчас заливает дождями. Помониторил, посмотрел, во сколько заканчивается дождь в Белогорском районе. Собственно, вот Межгорье — это самое такое сейчас оптимальное вариант, куда можно просто отправиться в поход. Ноябрь месяц, погода супер, на дождь мы не обращаем внимания. Собственно, наслаждаемся мы нашим семейным походом. Посмотрите, завалило дерево, вот такой вот бурелом. Люди напилили его и, собственно, отвозят сейчас к себе на дрова. Видели, ехала буханка, такое переделанное под грузовичок, и везла вот такие вот бревна. Либо они сами пилят, либо собирают, напиливают этот валенный бурелом, повален бурями лесными. Ну и люди тем самым собирают эти вот большие бревна и готовятся к зиме, потому что здесь в Межгорье, так понимаю, нет ни газа, нет ни воды. Свет, скорее всего, есть, потому что стояли электростолбы. Но вот с водой, с газом, скорее всего, здесь проблема. Вот. Ну и все топят здесь дровишками, собственно, печки. Запах костра, запах печи. Вот показывает нам, куда надо идти. Кто-то хочет показать. Очень живописно, конечно. Свежий воздух. Как воздух, Аленушка? Чистый очень. Аж нос забивает от такого чистого, свежего воздуха. Орешки нашли. Вот. Друзья, посмотрите, вот. Лесной орех. Лесной орех, фундук. Фундук. Он же, конечно, он плохой тут, но вот. Ну, собственно, он есть. Он есть, да. Ну, его уже как бы, уже его собрали, он пустой, конечно, но он... В общем, вот так вот выглядит, вот такие большие листы. Вот, например, дерево. Человек не знает, расскажи, вот как... Вот оно как выглядит, такое вот, я вот, например, пятнышко дерева. Дерево в пятнышко такое, лист большой. Вот, друзья, вот такое вот... Весной, да, начинается. Невысокое, да, вот это оно и есть, да, это ж ветви раскидываются. Такие узкие ветки, вот, и вот такой вот лист. Вот такой вот листочек. Можете фотографировать, потом приходить в лес. Сверять его, если он подходит, значит, точно, друзья, это лесной орех. И сразу наклоняете голову вниз и находите вот такие вот орешки. Их здесь много. Уже, конечно, как бы сезон прошел, но... Вот еще орешек. Вот орешек.
орешек. Ну, тут много, конечно. Информация для таких, как мы. Вышли мы сейчас на березовую рощу. Посмотрите, какие красивые березки. Роща здесь небольшая, собственно. Видите вы на аэросъемках, как она идет туда вдаль. Но, тем не менее, смотрится очень даже хорошо. Вот это земляника? Да. Да, да, это земляника. Ну, листья земляники. Шиповник. Тоже можно вот собрать. Это дикий шиповник. Сушите, ребята, и к чаю. Очень много полезностей всяких. Ну и орешки. Вот такая вот красотень. Сейчас идем в сторону этой замечательной горы. Так, Богдан, дети что-то уже начинают падать. Очень грязно, скользко. Дети скользят. Вот упал первый Ленька. Потом за ним упал Богданчик. Тимоха, теперь твоя очередь. В грязилку. Так, ребят, ну что. Сейчас ищем место привала. Хотя вот была табличка, да, видели, не палить костры. Но, тем не менее, вот отведены вот такие вот полянки. Где, собственно, я так понимаю, можно палить костер. Собственно, как быть, да, вот. В лесу, на природе, и не пожарить там ни шашлычка. Ну, мы, естественно, мы сейчас не будем ничего делать, конечно. Ну, люди бывают, выезжают, вот, жарят мяско. В Межгорье, в принципе, есть и места, где можно там рыбки половить, и лагерь разбить, там, разжечь костер, поставить палаточку и наслаждаться вот такими замечательными видами. Тимофей предлагает здесь сделать привальчик. Покушать в лесу, отдохнуть, ну и дальше уже посмотрим дальше, что будем делать. Ну, пока что проводим очень хорошо время вместе с вами. Делаешь все дрова, сырые, которые берут. Почему? Ну, вот ты же видишь, вот то, что сухое было, оно вот лежит, оно впитывает влагу, оно... Не, ну горелочки подсобирать какие-нибудь, и более-менее сухие ветви. Не говорю, мы разжигали. Горелочка, конечно, можно с горелочкой, но главное то, что в природе. Тесто со сливочным маслом и чаек с нашего нового приобретения. Это у нас появился термос Трамп. Сколько там литров, Алёша? Если я не ошибаюсь, 2,3 литра. Вот такой, друзья, трамповский термос, 2,3 литра.
классная штука. Короче, у него там неограниченная гарантия. Держит практически 2 дня температуру, ну, горячая вода 2 дня, вы понимали, да? И вот всегда вот теперь ходим в походы, берем с собой этот термос, я даже настройку его беру и, блин, пользуемся, реально не надо там палить костры там лишний раз, всегда под рукой, собственно, горячий чай. Ну так, друзья, берите с собой термосы хорошие, изначально покупайте хорошие, потому что у нас термосов, конечно, было немереное количество, и все они разбиваются, ломаются, а этот прям довольный мы им. Вот такой вот термос. Сейчас там ручка ломается, разбивается. Сейчас идем по высохшей реке. Посмотрите, какие здесь вымывания. Прям вымывание скалы. Сейчас камушки. Здесь прям, смотрите, на каком уровне поднимается здесь вода. Скорее всего, это уже весной. Здесь прям очень сильные потоки. И вот на таком уровне прям вымывает. Посмотрите, как прям высота. Ну прям очень сильно здесь потоки есть. Какая-то норка. Норы. Посмотри. Большой, наверное. Видели, какая есть, крупная нора прям. А, туда просунули камеру. Дальше там она куда-то разветвление идет. Ну вот пока нет реки. Животные, зверьки пользуются моментом и строят себе домики. Вот детям раздолье.
Сейчас дырки себя попротираете. В общем, так, друзья. Ну, дети, прямо скажу, прям высоко поднялись. Блин, смелые. Естественно, я их подстраховывал. Их подстраховывали деревья. Мы сзади, если что, стояли на подхвате. Ну, все, как бы... До сюда мы зашли. Дальше идет вон. Не знаю, что там дальше. Можешь сходить, слетать на дроне, посмотреть. Ну, вот так вот, друзья. Ребят, после привала, подкрепившись чаем и бутербродиками, мы решили отправиться дальше по лесу. Идет дорога вот так зигзагами. Думаем, еще прогуляемся по лесу, пока еще светло. Хотя уже скоро потемнеет. Что это у нас? Это волчьи ягоды. Всех предупредил, что мы будем возвращаться в потемке. Ну вот, ну, взял фонарик. Здесь ничего сложного не будет, потому что, в принципе, мы идем по дороге. И все, как вы видели, дороги сводятся в одну потом, к самому поселку. Ну и, думаю, мы не заблудимся. Ночью идти вдоль ущелья, даже я вам скажу, ночью идти даже... интересно. Как-то все немножко по-другому. Собственно, идем сейчас в густом, невысоком лесу. Я, как всегда, ушел вперед. Что-то я даже их там не слышу. А, видите, отметочка. Это есть какая-то туристическая тропа. Вышли. Такое достаточно светлое место. Тут даже есть, смотрите, зеленые листочки. Это говорит о том, что здесь какой-то, знаете, свой микроклимат создается. И здесь должно быть намного теплее, такой, как парничок, что ли. Маленько распогодилось, но здесь достаточно как-то стало светло. Возможно, мы поднялись повыше. Вот догоняют уже меня детки. Ну вот. Ну... Они там говорят, пора возвращаться. Пора, да? Нет. Они еще до этого места красивого не зашли. Они еще. Не дошли. Они устали. Ну как, понравился тебе походу дня? Безумно понравилось. Друзья, а вам понравилось? Если понравилось, ставьте пальчик вверх. Пишите обязательно комментарии, ребят. Не зря мы сюда пришли, все же нашли мы обалденную развлекуху. Нашли вот старую ляну. Собственно, старый плющ, который паразиты, который высасывает из дерева все его соки и все, и дерево капец. Но, тем не менее, он приносит вот такие вот обалденные плюсы развлекухи. Вот такие вот плюшки. Ребят, не зря мы сюда дошли, дальше не пошли уже, потому что уже темнеет, а тропа все дальше и дальше, дальше идет, и все очень красиво, и так можно очень далеко и долго уйти. Решили мы все же остановиться, сейчас дети порезвятся, и мы отправимся уже домой, друзья. Прогулка выходного дня, я думаю, получилась удачно. Вот, Аленка насобирала вот такой вот букетик осенний. Собственно, все, друзья, всем спасибо за просмотры. Ребят, кто не подписан, подписывайтесь на канал «По Крыму с позитивом». Будем с вами летать еще, продолжать путешествовать в красивейшие места Крыма. Собственно, все, друзья. Всем пока-пока. Пока.